кто-то. Фредди? Ты чё? Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы продолжаем с вами играть в Five Nights at Freddy's Security Beach. Какая у нас цель? Адреналинщик. Узнать, как вывести Монти из эксплуатации. Узнать, как вывести Чику из эксплуатации. Ага, нам нужно Phaser Blast, либо в Гольф Монти. Все, все, теперь я понял, наконец-таки. Мы должны выйти отсюда и пойти в ту самую часть этого пицца-плаза, которая находится... Где находится? Посмотрим на карту. Если мы сейчас выйдем сюда, мы попадем сюда, нам нужно к лифту идти. Ба. Ба. Почему? Может быть, здесь пройти? По-моему, здесь пройти. Возможно. Кстати, Фредди подразряжен что-то. Еще хуже. Почему у Фредди внезапно стал разряжаться? Смотрите, одно... Деление прям вот совсем плохо. Низкий заряд. Идем, идем, идем. Мы сейчас опять его лишимся? Это специально делают? Я правильно иду? Фредди сам на меня напал? Он вытащил меня из себя и напал на меня? Потому что... Он разрядился? Если он разряжается, то он убивает. Нам, походу, надо просто бросить здесь Фредди и пойти пешком самостоятельно. Все, пока, Фредди. Тем более ты предатель. Чертов предатель, гребаный. Где мой фонарь? Где мой фонарь? Почему я не могу его использовать? На какую кнопку мне нажать? Непонятно. Все, я без фонаря почему-то. Че за говно происходит? Где я нахожусь? Карта. Сейчас мы пройдем и как раз таки выйдем вот сюда, да? Я же ничего не вижу, блин. А, вот, все, фонарь на единичку. Ура. Надеюсь, я правильно иду. Похоже на то. Оп, прогрузочка. И сейчас мы выходим... В ту самую территорию, это получается главный вход, да, вестибюль. Здесь мы, да, мы тут. А, нет, мы уже прям в самой плазе находимся. Все, отлично, мы прошли. Итак, они как будто на меня все смотрят. О, страшно, роботы здесь. Нет, волчица. Рокси, сраная мать твою, Рокси. Итак, нам нужно либо к Монти, либо к Чики. Давайте к Монти пойдем. Гольф Монти. Монти Гейра Гольф. Вот, сюда нужно. Посмотрите, мы не можем пройти. Почему? Какая-то кривая игра. Что ты делаешь? Зачем ты это делаешь? Рокси, где она? Она была здесь. Пофигу. Воу-воу-воу, осторожней. Мы возле Гольфа Монти. Мне кажется, он будет жестким противником. Но я толком с ним еще не взаимодействовал. Нет, это не сюда, это нам вот сюда нужно. Воу. Да, я с ним еще не взаимодействовал, поэтому будет интересно с ним поиграться. Я так понимаю, это тоже ответвление. Значит, мы, получается, не пойдем в сторону Чики уже. Видимо. Ага, я вижу этот бот, который нас возьмет билетик. Мы можем сохраниться где-нибудь здесь? Нам бы желательно сохраниться уже. Может быть, сюда выше подняться? Где-то должна быть панель. Никакой панели здесь нет. Видимо, панель будет там, после того, как мы пройдем билетный контроль. Иди сюда. Давай, проверяй. А, нам нужно зажать? Что? Что? Я ничего не понимаю. Как так можно? Вас приветствует Гольф Монти Гаттера. Аттракцион, где вас ждут ураганная победа с первого удара. В настоящее время мы закрыты на ночь. С нетерпением... Найди комнату охраны в дальнем коридоре. Фотографировать со вспышкой на территории гольфа запрещено. И здесь часто конфискуют фаз-камеры. Возможно, потому что они... Просто продают их. Хороший план маркетинговый. Окей. И субтитры здесь максимально удобные. Так что я надеюсь, вы прочитали. Если что, стопьте. Стопьте видос и читайте. Вы хоть представляете, что сейчас, в данный момент, в этой игре, пока мы едем на лифте, выстраивается локация там, прогружается.
для нас создается иллюзия, что мы едем в лифте. А что если в реальной жизни точно так же? Кто-нибудь смотрел фильм «Эффект Манделла»? Советую вам посмотреть, он довольно-таки интересный. Где реальность ставится под сомнение. О, я испугался. Красивая локация, кстати, мне нравится. Итак. Это не то. Это нам трогать не нужно. Наше задание. Билет, чтобы найти фаст-камеру на территории Гольфа Монти. Короче, нам здесь нужно найти фаст-камеру. Жалко, здесь нет таких мини-игр, где можно поиграть в гольф, например, что-то поделать. О, мы здесь не пролезем и не перепрыгнем. Осторожно. Осторожно! Прячемся! Есть! Входим. Ха. Тихо, осторожней! Прошли. Еще один. Он не видит меня просто на расстоянии метра. Оп! Что это был? Что-то можно было сделать. Спрятаться. Окей, ладно, побежали. А, мы пропустили крокодильчика. Пошли в жопу, крокодильчики. Давайте подумаем сразу. Должно быть какое-то примечательное место, где мы сможем найти фаст-камеру. Gator Grub. Может быть, это здесь. Я вижу, сумочка стоит. Возможно, это просто какое-то сообщение. Вот урод, а. Вот урод. Вот урод. Кто-то идет за мной? Походу, никто не идет. Быстрей. Всем наплевать. Всем наплевать, они могут спокойно меня хватать. Все равно никто не придет. Ну, ладно, стойте. Они просто будут меня хватать, надо отойти. Прочитаем сообщение. Итак, вспышки запрещены. Внимание, фотографировать со вспышкой запрещено. Конфискованная аппаратура хранится в комнате охраны аттракционной Гольфа Монти. Вот. Вот где мы найдем. Staff only. Может быть, здесь у нас будет охрана. Смотрите, здесь вентиляционная. Сейчас мы подзарядимся. Смотрим. Кажется, мы можем сюда встать. Так, мы можем сюда встать. Кажется, мы можем и сюда встать. Или нет? Я думаю, сюда нам не нужно, поэтому давайте пойдем. Комната охраны уже рядом. Зайди в нее и попробуй найти способ остановить Монти. Сохранялочка. Что за звуки? Вот там страшно. Что-то страшное происходит. И здесь, возможно, тоже. Да, сохранить. Мы тут? Мы тут-а? Грегори, я знаю, что ты тут. Возьми повышение допуска и беги оттуда. Где? Я нажал? Что это? Что это? Пропуск охраны есть. Закрыть инструкцию. Два раза уже жму закрытие. Что я удерживаю? А, здесь сумка. Все. Так, а куда бежать-то? Ой, страшно. Мне нужна та консоль. Мне надо сохраниться. Погодите. За лабиринтом. Я по-прежнему не могу установить причину лязгающих звуков в системе кондиционирования. Это уже пятый вызов на этой неделе. Если получится добраться до этого дурацкого вент-канала за комнатой с тренировочным лабиринтом, то я смогу забраться на мостике над аттракционным Гольф Гейтер и выяснить, что происходит. Может, работники лабиринта знают, как можно туда попасть. Короче, нам нужно за комнатой с лабиринтом забраться на мостике над Гейтер Гольф. О, блин, не пугай меня так. Смотрите. Мать. Задание. Использовать, так, погодите. Исследовать вентиляцию на территории лабиринта. Что? Что это? Улучшение аккумулятора, фонарики. Спасибо. Так, а вот теперь проблема! О, боже мой! Спасите!
Да. Хорошо, что я сохранился. Короче, от него очень трудно убежать. Надо... Я бы, конечно, попробовал разные там всякие поворотики, препятствия, чтобы он тут же потерял меня, но не было ничего. Были пустые коридоры, к сожалению. Я не смог с ним ничего сделать. Давайте снова. Улучшение для фонарика — это то, что нам нужно. Это то, что нужно любому уважающему себя бизнесмену. Сейчас мне... Побежали, побежали, побежали. Прекрасно. Все отлично. Ага. Ну что, где, по-вашему, может быть лабиринт? Не знаю. Слышите? А. О! Бо-бо-бо! Рожней. Сохранялка. Хорошо. Тренировочный лабиринт. Где же он находится? Я правильно все прочитал? Если получится добраться до этого дурацкого вент-канала за комнаты с тренировочным лабиринтом, то... Над аттракционом Gator Golf. Что за лабиринт такой? Мы можем за пределы? Да, вот здесь можно спокойно бегать. Нажать, чтобы играть. О, мини-игра есть. Нужно ли мне это? Возможно. Там Фредди я видел. Прикольно. Мини-игра все-таки здесь есть. Как я хотел. Ну как мне бить? Как бить-то мне? А, все, я понял, извиняюсь. Я думал, попаду. Окей. Чуть-чуть. Вот так. Ни хрена себе сила удара была. Прям чуть-чуть. Все. Ура! Боги, я бог. Я не просто бог один, я боги целые. Все. Нет, нет, нет. Выйти, 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 выйти. Мы живы? Что происходит? Вот видите, что происходит, когда вы, ребята... Играйте в видеоигры очень часто. Вы даже не можете видеть реальность. Вот вы... Я еле оправился от этого игрового автомата. А может быть, нам нужен этот лифт? Поехали. Сейчас куда-то мы придем. Над этим Монти Гейтер Гольф, правильно? Что это? Ой, я думаю, я стою на какой-то сатанинской пиктограмме. Это просто Фредди, хотя отличий мало. Погодите. Мы... Кажется, вернулись обратно. Все, народ, я наконец понял, куда идти. Мейзер Кайз. Вот наша локация, наша точка, куда нужно попасть. Аккуратнее, Рок сидит здесь, вон она. Нам нужно подняться по эскалаторам на самый третий этаж. Значит, побежали туда. Я, если честно, так побегал и немножко понервничал, потому что непонятно вообще, куда идти. И на картах ничего не отмечено. И я вроде бы как-то, помните, даже жаловался, что вот в играх постоянно что-то отмечают, все как для дураков рассказывают, показывают, куда идти, где нажать. И в итоге напоролся сам же на эту претензию. И сам не могу ничего найти. Без подсказок ничего не могу найти. Потому что игры, видите, расслабили, они расслабляют нас. Вместо того, чтобы закалять наш характер, как делали старые игры в наше время, понимаете? Вот в наше время игры были такие, которые... Вообще тебя не жалели, ни капли. И вот Five Nights at Freddy's тоже тебя не жалеет. Молодец. Правда, она еще и кривая немножко. Сильно кривая. Так, так, осторожней. Ух! Чуть не задел! Ой, слава богу. Полный фонарь. Боп! Здрасте. Требуется предмет. Но как я тебя найду, предмет? Блин. Прячемся. Как я найду предмет? Друзья, мне пришлось вернуться обратно в аллигаторский гольф, потому что я здесь вот что не взял. И это билет от тренировочного лабиринта. И теперь мы можем спокойно проходить в лабиринт. Давай, бери, открывай. Открывай, бери. А он испарился, как и полагается. Добро пожаловать в тренировочный лабиринт. Ой, начос, люблю начос. В общем, она рекламирует нам пиццу, начос, жри, мой маленький жирный мальчик. Интересно, Грегори толстенький маленький мальчик или нет? Нам нужно где-то теперь найти...
Итак, в лабиринте есть вентиляционный канал, который ведет на мостки над гольфом Монти. Думаю, где-то поблизости находится панель управления лабиринтом. Где-то здесь, да, ты имеешь? Вот где-то тут. Где-то вот чуть назад. Вот я вижу какой-то проход. Но это также в лабиринт. Сама панель управления... Нет, она вряд ли здесь находится. Нам нужно пройти, наверное, через него сначала. В целом, тут довольно-таки все просто, вроде как. Сейчас... как-то вот так. Уф, или не все просто. Или все не очень просто. Или все слишком непросто. Вот гадство. Нет, смотрите, они все-таки запутали меня. Запутали Евгения. Сумели! Сумели меня запутать! О, вот обратно я вернулся. Ладно, попробуем снова. Идем вот так вот по краю. Это небольшой лабиринт. Как здесь можно запутаться-то в целом? Задание. Исследовать вентиляцию на территории трен-лабиринта. Какая-то панель управления лабиринтом. Я немножко не понимаю, что это значит. Это комната с компьютером или это какое-то устройство, которое просто посреди находится в какой-то рандомной точке? Оп, стоять. Сначала, видимо, нам нужно будет здесь порыскать как следует. Компьютеры стоят тут, но нету ничего, что напоминало бы панель управления именно лабиринтом. Здесь что? Ага, мы выходим обратно. Это не нужно. Ага. Ничего нету здесь. Все находится там. В самом лабиринте. И как я мог ничего там не найти, ведь я везде пробежал. Ровно везде. Стоп, а вот эта дверь, я видел ее? Ага! Эти кнопки меняют лабиринт. Интересно, какая комбинация мне нужна? Все, мы нашли пазл, наконец-таки. Все, мы сохранились. Эта штука... Что это такое? Возможно, нам подскажут тут что-нибудь. Сообщение. За лабиринтом. Отчет, окей, и выяснить как-то... Да, гарантия работы. Куда все подевались? У Лео была копия ключа для управления лабиринтом, но я не видела его уже несколько месяцев. Может, этот жуткий бот знает, где можно найти ключ? Лео должен был обучить его работать с лабиринтом, но вместо этого он заставил бота имитировать деятельность под театром в детском саду. Нужно проверить его после планерки. Это, наверное, к нам сейчас не относится никак, потому что иначе бы выскочило... Что это было сейчас? Он сюда заезжает? Он меня подставил? Погодите. А что он сделал? И что я должен сделать? Никакие кнопки я нажать не могу здесь. А, вот, кнопка может быть нажата. Просто надо очень близко подойти. Согласно этому сообщению, один из ботов унес ключ в театр суперзвезд. Вход в него находится в детском саду. Нет, только не детский сад. Мы же знаем, чем это чревато. С кем мы там встретимся? А детский сад это вообще в другом месте. Задание найти ключ управления лабиринтом в театре детского сада. Короче, нам нужно идти, наверное, вот туда, где лифт. Вот сюда, получается. Да. Ведь мы в детском саду оказались, когда там вот бегали перед тем, как мы в лифт зашли. Вот сюда нам нужно. И выходим. Где-то вот здесь. Суперстар Дейкер. Вот, нам сюда нужно. Обратно возвращаемся к нашему другу. Так и знал, что мы скоро, в скором времени его повстречаем. И какой-то там бот будет. Кстати, а почему мы ходим без Фредди?
Вот, мы зарядились, и теперь мы с Фредди. Теперь мы в полной безопасности. Давайте сохранимся. Получается, вот как это работает. Ты встаешь в любую капсулу, и Фредди спаунится. Он как бы телепортируется, получается. Идем. Правильно, найти ключ управления лабиринтом в театре детского сада. Ну, здравствуй, луна. Ну, здравствуй, солнце. Мы же прямо отсюда и заходили в тот раз. Мы вообще по новой, получается, сюда возвращаемся. Но будем ли мы бегать вот тут, непонятно. Чертовы эти генераторы. У какого-то из ботов найти ключ управления лабиринтом в театре детского сада. Где сообщения эти? Так, гарантия работы. Вот здесь. Может, этот жуткий бот знает, где можно найти ключ. Лео должен был обучить его. Какой-то жуткий бот должен быть. Он явно должен как-то отличаться от всех остальных. Погодите. Во-первых, мы зайдем сюда сейчас. В прошлый раз нам луна не дала ничего сделать. А теперь мы можем порыскать. Так, смотрим. Пицца из помойки. Пицца в заказе была странной. Куски были разного размера или не складывались вовсе. Один даже кусок был с другой начинкой. Вы что, вытащили старую пиццу из помойного ведра? Я не вернусь сюда до тех пор, пока не получу хорошую скидку. Разъяренная мать! Вы мать оскорбили! Только не мать. Вот как так? Вы можете кого угодно оскорбить. Только не мать. Особенно разъяренную. Внимательно смотрим. Здесь нету ничего. Кстати говоря, осталось не так много делений. Фредди очень быстро разряжается. Что если нам вот сюда? Все, выходим. Извините. Извините, Фредди, но вас придется оставить. Я правильно иду, интересно? Вот что я здесь забыл. Вот какая-то подсобочка и... Ничего. Вообще ничего. Здесь нечего делать. Давайте зарядим фонарь, потому что мы не знаем, когда в следующий раз увидим эту зарядку. Вроде бы их много, этих панелей. Но я не уверен. Ни в чем не уверен. Давайте вот сюда посмотрим. Опа! Театр! Точно, нам же говорили про театр. А, вот этот бот. Как бы нам к нему попасть? Вот как-то так, видимо. Смотрим, что это. Сообщение. Журнал ObslBBB. Игровой автомат BB World работает со сбоями. Посетители жалуются, что с течением времени он начинает глючить. Я отправилась в театр, чтобы починить его, но не обнаружила его на месте. Запроса о его перемещении не было, поэтому он должен быть где-то поблизости. Попробуй поискать его после планерки. Мы же говорим о тебе, дружище. О роботе с творческой натурой. Здравствуй. Или нет? Или мы говорим о тебе. О его суфлере, видимо. И тоже нет. О ком же ты там говорим? Куда мне идти тогда? И сюда нельзя. Уф. Вот сюда, наверное, можно. Оу, здрасте. Что-то. Фредди? Ты чё? Фредди, ты чё такой странный? Ты чё такой странный? Ты подзарядился или как? Нет! Нет, это ловушка, он хочет меня убить. Нет, 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 всё, пока. Прицели. А! Бежим. Какой, блин, жуткий Фредди. Смотрите, сейчас кто-то будет здесь. Кого-то мы увидим. О, здесь начинается слишком тихая зона. Чересчур тихая. Я вижу.
Это те, на кого нельзя смотреть. Точнее, лучше смотреть. Стоит именно смотреть на них. И здесь куча. Чё за? Ответ. Значит, сначала переместите синий в угол, дальше разберитесь самостоятельно. И все. Синий в угол надо будет переместить, а дальше самостоятельно. Короче, как вы писали, что можно, оказывается, просто на них светить, не это влияет на их активацию. На их активацию влияет что-то другое. Так как мы давно не сохранялись, неохота сейчас подыхать. Вот от слова совсем. Зачем нам сюда... Зачем нас сюда спустили? Что мы должны здесь найти? А, может быть... Куда-то... Какая дверь открылась? Где? А. Оп. Здесь нагнетают, конечно. Они молодцы. Это хорошо. Есть. Нет, давай сначала возьмем. Есть ключ управления лабиринтом. Наконец-то. Это то, что нам нужно было. Теперь перестроить и получить доступ к вентиляции. Нам-то надо валить отсюда. Вот теперь начнут активироваться, да, все? Нам нужно сваливать. Ой! Оу, нифига себе. Нифига себе, как все резко началось. Нет, нам сюда не нужно идти. Там мы слишком... Слишком лакомый кусочек. Слишком легко доступная мишень. Возможно, нам нужно идти прямо. Вот. Мы пришли откуда? Мы пришли отсюда, а теперь пойдем вот сюда. Но, походу, мы выйдем в то же самое место. Тихо. Тихо. Смотрим, сверху никого не будет. А пошли в жопу. Че, пришел сюда? Кажется, я тут лоханулся. Знатно лоханулся. Окей. А! Как много вас! Ладно, я в ловушку зашел. Оттуда нельзя было выбраться никак. Выходим. Нам вот какая лестница нужна. Вперед! Вперед! И смотрим! Ой, как много вас! Ой, со всех сторон! Стоп! Стоп! Стоп, стоп! О! Хорошо. Почему вы продолжаете идти? Я же смотрю на вас. Не в ту сторону пошел. Вот сюда. Ну что я... Ой, тебя еще не хватало здесь. И тебя еще, Фредди, не хватало. Мы не пойдем к нему. Мы вот сюда. А, что за... Танец вы тут исполняете мне. Итак, в какую сторону? Вот так. Отлично пробежал. Получилось. Найн. Найн. Кто там со мной бежит? Кто там со мной бежит? Крокодил! Эй, пацан, выходи. Тихо. Вот сюда идем. Нет! Черт. Смотри, прятаться, прячься. А-а-а! Как же мне страшно! Ты уродский! Не стучите на меня, пожалуйста, роботы. Ну, будьте вы... Че, я на всех напарываюсь? Да откуда ты взялся сзади? Тебя не было! А, он бежит! Все, я не убегу от него.
Никак! Прячемся. Как ты меня поймал? О, мне сейчас придется вообще все заново проходить. Я почти убежал, ну наконец-то. Ух, есть. Теперь осталось всего лишь вернуться к тому лабиринту. И доберемся мы туда с комфортом вместе с нашим мишкой Фредди. Никто нас не тронет. Вы только представьте, сколько здесь людей, когда это заведение открыто. Мы здесь, мы тут-то, нету здесь никаких капсул для Фредди. Кажется, нету. Ладно, все, давайте, бросаем. Он очень быстро стал разряжаться, прям. Деление за делением. Надо аккумулятор менять тебе, походу. Сюда. Оп, здрасте, сохранялочка еще одна. Короче, что он сказал? Синий куда-то налево, а дальше сам разберешься. Победить? Что я сделал? Что за победить? Что значит победить? Победить Монти и забрать его когти. Что я делаю? Что мы видим? Я не знаю, что я меняю только. Вот что только что менял. Мне кажется, мы что-то намутили. Это мы же даже не видим, что мы намутили. Может быть, это просто условности? Давайте зайдем внутрь. И, собственно, чем мы будем побеждать Монти? Как это вообще работает? Как-то мы можем победить кого-то? Смотрите, может быть, те кнопки — это какой-то режим лабиринта? Я вот не помню, он изменился или нет. Это, возможно, именно какой-то пресет для лабиринта. Они все перемещаются сразу, хоп-хоп-хоп, и встают в какую-то нужную позицию. Значит, давайте вернемся еще разок туда. Тихо-тихо-тихо, робот, не трогай меня. Вот мы можем опустить. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Может быть, есть какая-то документация? Из инструкций. Сначала переместите синий в угол. Дальше разберетесь самостоятельно. Что за синий мы должны переместить в угол? В общем, что я понимаю на данный момент, это то, что мы берем какую-то панель из вот этих вот и перемещаем ее, используя вверх и вниз. То есть, допустим, мы первую панель перемещаем сейчас вверх или вниз. Либо мы переключаем направление, и идет лево и право. Смотрите, все изменилось. Синий в углу, кстати, находится. Уже, если вот он правильно показывает мне. Во, вот видите, здесь нельзя пройти теперь. И дальше я сам разберусь. Ну, без вариантов прям разберусь. Я все понял. Что? Мы теперь в принципе не можем никуда пройти. Это какая-то хитрая загадка, видимо. Ай-яй-яй-яй-яй. Давайте сохранимся на всякий случай. Тут у нас где-то Рокси бегает. Что-то мне не хочется сейчас с ней видеться. Хорошо. Что я нажал, чтобы переместить синий? Вот! Все изменилось. Стоп! Может быть, нам нужно все синие в одну сторону, потом все фиолетовые, розовые, красные в другую. Там нет, не такие. Я вижу вход в вентиляцию. Я что-то поднажимал, и в итоге она выстроилась. А теперь я не могу понять. Давайте разберемся, как это устроено. Откуда камера здесь смотрит? Зеленая стена с кексиком и спицей желтая стена. Получается, мы видим... Вот вход здесь. Вход здесь. Нам нужно всего лишь навсего поковырять чуть-чуть. Очень аккуратно.
7 гребаных часов спустя. Вы не представляете, как я мучаюсь сейчас, как я боль сдерживаю, внутренний гнев. Похуже, чем когда играл в Getting Over It. Getting Over It можно было хотя бы просто. Ты видишь, что ты делаешь. Здесь ты не видишь ничего. Куда меняется? Как меняется? Я ничего не понимаю. 8 гребаных часов спустя. Только взгляните на продуманную механику игры. Я не могу пройти здесь. Игра считает, что здесь нет прохода. А где он есть тогда? Где он есть? Скажи мне, пожалуйста, куда мне идти? А, сюрсошечка, давай, все. Полтора часа сижу. Клацаю. Клацаю как могу. Сейчас меня схватят, да? Нет. Клацал как мог. Вот я каюсь, но я посмотрел прохождение. И то я задолбался его интерпретировать. Мы наконец-таки это сделали. Это самая уродская, самая ужасная загадка в мире. Еще в вентиляцию не могу войти. Почему я могу войти в вентиляцию? Я еще не могу войти в вентиляцию, вопреки... А, наконец-то! Это самая ужасная загадка, которая только существует в мире. Она не сложная, она тупорылая, она непонятная. Она не круто сделана, в нее не весело играть, ее неприятно. Я буду выть сейчас, это ужас был. О, как я вам завидую, что вы просто смотрите видос и ничего не подозреваете о том, какая боль. Какая боль сейчас была, что мне надо сделать? Бластер какой-то? Сохранялка, вот что мне надо сделать. Так, надо фонарь выключить, потому что он у меня уже, видимо, прям совсем, да. Одно деление осталось, и здесь нету. Итак, использовать. Как мне надо вот так, видимо? Ага, я понял, где. Ну и чё? Ну так я кидаю, и чё? Новое задание. Ага, все, победили. Наполните ведро. Какое ведро? О чем ты говоришь? Какое ведро? Какое ведро? Где я должен ведра наполнять? Какие ведра? Ладно, пойдемте. Оп! Наконец-то мы тебя увидели, блин. Я уже готов что угодно терпеть. Главное, не те пазлы. Чё-то он вспылил. Ну он так, с уважухой прям на меня. Чё нам делать? Чё делать-то? Ну, видимо, надо сдохнуть сначала, прежде чем понять, что делать. Короче, надо наполнить ведро. Сейчас мы снова увидим эту катсцену, которую невозможно пропустить. Давайте попробуем наполнить какое-нибудь ведро. Или просто побежать отсюда, я не знаю. Может быть, надо бежать отсюда? Где он? Хорошо, он здесь. Бежит за мной. Неумолимо, да? Сейчас у нас закончилось все. Вся стамина нафиг закончилась. Побежали куда-нибудь... Куда бежать? Какие-то бластеры надо, видимо, заюзать. Надо убегать от него. Пока он без перерыва просто на тебя бежит. Не останавливаясь. Какой-нибудь бластер дашь мне? Подохни, что ли, не знаю. Он меня не видит, да? Я куда-то там попал. Я куда-то попадаю. Окей, он меня не видит. Он меня видит. Кажется, я немножечко начинаю понимать, что делать. Все. Остановись. Остановись. О! Что? Что? Где он?
Ага. Все, 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 все. Короче, нам нужно попадать прямо в цель. Где он? Ну почему ты не работаешь? Вот так? Хрена лысого. А! Сломал! Кто сломал? Оно само сломалось. Так, крокодильчик меня не видит. Хорошо. Что происходит? Блин. Прячемся. Нет. Все. Выжили? Выжили. Давай. Неплохо попадаю, кажется. Давай, ведро! У! Есть! Еще один бластер. Прячемся. Все хорошо. У! У меня не видит. Это что значит? Если я попал в точку, то он сразу ломается у меня? Видимо, так. Ой, как хорошо, что не сработал триггер, чтобы он меня поймал. На какого дьявола, ну? Все, теряй меня из виду. Хрена лысого. Все, прям за мной бежит. Ты успокоишься или как? Он не в ту сторону побежал. Это хорошо. Это мне хорошо. Прошу тебя. Был странный характерный звук. Походу я победил. Ведро заполнено. Я не понимаю, оно заполнено или нет. Дальше-то что? Еще, видимо, нет. А! Ой, друзья, какая боль! Накапливаю стамину. Какого дьявола? Куда? Давайте еще постреляем. Ничего не... не вообще ничего. О, ну куда же мне? Ну, боже мой. Ну куда же мне деть себя? И вроде бы в него тоже не пострелять. Куда же пострелять-то мне? Я видел еще один бластер вон там, вдалеке. Пойдемте к нему. Давай. Выстрел, как батька, должен быть. Опустошить ведро. Что? Наполнить, теперь опустошить. Погодите. Где он? Он меня видит? Судя по индикатору, видит, но теперь не видит. Судя по тому же индикатору. Как я должен опустошить ведро? Что это значит? Я должен, видимо, добраться к этому экрану. Видимо. 10. Получается, эти бластеры перезарядились. Давайте посмотрим, что значит опустошить. Опустошить ведро? Ну какое ведро? Тихо, тихо, тихо. Он меня не видит. Он не видит.
Все хорошо. Продолжаем скрываться. Музыка нас только пытается обмануть. Как мы должны опустошить это ведро? Но очевидно, что-то мы должны нажать. Кнопка! Хорошо, касцена. Давай, молодец, мой мальчик! Вот! Получай! О, нет. На части разломался. Мне не жалко его. Я рад, что он умер. Я рад, что мир лишился его присутствия. Я рад, что он испытал боль перед смертью и страдания. Смотри, какой ты молодец, Грегори. Вовсе не жирный мальчик, умница. А, так, где его клещи? Взять. Есть. Когти. Что-то еще я там взял. Итак. Улучшить Фредди в отделе запчастей и обслуживания. Мы взяли когти. Это мы взяли. Что ж. Что за звуки? А, это все крокодильчики. Кажется, мы все здесь. Нам теперь только сохраниться, да и все. Мы прямо на сцене, получается, сейчас. Как нам отсюда выбраться? Смотрите, кусочек интерфейса все еще показывается. Вот это вот шкалы, которую мы должны убрать. Которую мы должны, зажимая И, убрать. Она не убирается. Куда мне теперь? А, вентиляция. Ладно. Ладушки, хорошо. Пусть будет так. Это маленькое теперь пятно зеленое бесит на экране. Правильно ли я? Правильно, видимо. Смотрите, мы на какой-то кухне. А, все так же кухня. Там сохранялочка будет. Да, вот она. Как же больно. Как же долго. Какие мучения я испытал. Вы не представляете, с этой загадкой. И я надеюсь, таких больше в игре не будет, иначе я деинсталлирую ее. Я обещаю. Я не знаю, я просто сейчас настолько устал от этой игры, она меня вымотала, что я боюсь, что вы смотрели половину видео на мое вымотанное лицо. Я извиняюсь заранее, друзья. Это не я, это игра просто. Она душу из меня высосала сейчас. Огромное всем спасибо, что смотрели. Надеюсь, что вам понравилось. Если так, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, вступайте во все мои соцсети. С вами был Юджин, и всем пять!